А самая обсуждаемая тема сегодня – 280-летие Челябинска. Юбилей областного центра горожане отмечали все выходные. К празднику Челябинску подарили неофициальный гимн, премьеры песен от столичных звезд и повтор полета метеорита. Самые яркие моменты грандиозного праздника в репортаже Ксении Кузнецовой. На главной пешеходной улице города восхваляют Челябинск. Поздравления имениннику читают рэпом, поют в стиле рок, народной и эстрадной музыки. На конкурс «Песня города» в этом году поступило рекордное количество заявок со всей области – 115. Но только 14 финалистов получили шанс спеть свой хит на юбилее Челябинска. В песне есть классный припев. Это самая главная песня. И в припеве поется, чтобы городская тоска не свела мою подругу Сашу с ума. Вот про это песня. Погода, вопреки ожиданиям, не испортила празднование 280-летия Челябинска. На театральной площади выстроились старинные «Волги», «Чайки», «Москвичи». Здесь же советские «Лиазы». Раньше они возили пассажиров как раз по улице Тимирязева. А в это время 25 лучших коллективов Челябинской области борются за гран-при на марафоне талантов. Это южноуральская минута славы. Каждый номер со своим колоритом. Ансамбль «Урал» в танце показывает процесс каслинского литья. Очень сильно выросли все коллективы. Год от года талантливая молодежь становится талантливее, номера интереснее, и у жюри задачи все сложнее и сложнее. На улице для горожан работают сразу три сцены на каждой киловатт музыки. Поздравить с юбилеем города приехали звезды. На площади Революции выступают певица Ёлка и Лев Лещенко. Огнем или снегопадом буду с тобою рядом, чтобы ты не думала, я не оступлюсь дождем или водопадом. Но некоторые жители смотрят концерт буквально из дома. Квартиры соседних многоэтажек превратились в своеобразные вип-ложи. На театральной площади в это время столичная группа «Пицца» исполняет песню из нового альбома «Впервые». В администрации уже назвали этот день города лучшим за 10 лет. Настроение людей радовало. Участие Лещенко, и Ёлки, и Пиццы, и самое главное наших творческих коллективов. Это, наверное, добавило плюс к нашему празднику. Ближе к ночи празднующих ждал еще один сюрприз – грандиозный салют на набережной. Заряды поднимались на высоту до 200 метров в течение 15 минут. Особенным стал последний выстрел. Организаторы постарались повторить полет метеорита. Ксения Кузнецова, Егор Хвистюк, Павел Чернега, Артем Большаков и Айдар Насыров. ОТВ.